Я не видел. Я его не просто не читал. Я вот тоже не видел. Я его читал. Я его видел. Глаза не видел. На перекрестке победил. Куда это? За временем следить надо и сделать перемотку. Приехал вообще, видишь, без маски. А я буду его снимать. Нет, Галя, давай Элечку. Тоже большая. Снять. Ну она большая, а вы здесь есть. Ты больше, ты сама. Я. Да? Дима, тебе вопрос. А мне меньше надо. А это, вы что, как в первый раз? Это самая маленькая? Нет. А дай мне меньше, пожалуйста. Да? Маша, да. Потом сдаем? Что нет, нам зачем? Это наши? Сдавать не надо? Это ваши призовые, забирайте. Денег не было. Ну хорошо, слушай, хотя бы маечками. Ну а ты мне их сдавала? Я увеличивала немножко. И... Это же кусок, когда женщина преувеличила. Да, да, ну, да, да, да. Ты переборщила. Даже говорят, даже сдавать не надо, представляешь? Да. Стирать главное, что не надо, просто сдавай кому-нибудь. Две минуты. А куда лучше? Нет, большая просьба. Слушай, вторую давай. Слушай, большая просьба. Когда будет шампанское, не разбегайтесь, как придурки всегда. Там один человек остается на сцене. Ну, замочит. Надо стоять там, да, конечно. Можете надержаться. Конечно. Есть смысл уже переодеваться. Александр, уже награждение. Нет, просто у меня есть самое. Надо еще машину загонять, наглядно. Я поэтому не переодеваюсь. Забирай, забирай. Всем, какие эмоции? Ну, ты знаешь, такие смешанные, потому что это вообще, по-честному, в таких соревнованиях первый подиум. А он, собственно, давался достаточно тяжело. То есть мои соревнования в этом типе начались где-то 2 года назад. Прошлый год был абсолютно провальным. В этом сезоне первая гонка тоже не очень удалась. Но сейчас... Все здорово. И другое дело быть квадроциклистом. Один даже умудрился сегодня в реку на квадроцикле влететь. Ну, во-первых, хотел бы поблагодарить организаторов. И машинку. Машинка Берби просто нам не подвела. Все замечательно было. Вот. И пользуясь случаем, сейчас хотел бы выразить благодарность Марине. Можно тебя на секундочку? Я, конечно, как мужчина, может быть, и не так себе, не очень, но штурман офигительный. Он волнуется, ребят. Да. Надо понять, что это. За второе место в категории C-Sport в соревнованиях Канам-Трофи Раши награждается дипломом Сергей Корякин, город Екатеринбург, Илья Молчанов, город Екатеринбург. Поздравляю, у меня только 2 диплома, Серега. Очень приятно, конечно. Достойно, когда на подиуме, ребят, честно говоря. Случайных побед не бывает в наших соревнованиях. Итак, диплом за первое место в категории стрит-спорт соревнований Канам-Трофи Раши награждается Артем Шумейко, Дэмин Рулинг и Роман Леонид.
Молодец. Очень известные люди на известном подиуме. Это хорошая картинка. Поздравляю. Поздравляю. Да. Девушки, целуй. Олег Геннадьевич, еще рано? Я отойду. А теперь стойте, шампанское разбирайте, теперь можно. Можно, забирайте, забирайте, забирайте. Забирайте. Серый, я отомстил! Очень хорошо. Тёма, на, нахер! Тёма, ну что, какие ощущения? Не, ну так, честно сказать, пока понять не могу, но чувствую, что запьянел. Потрясающий, потому что очень долгий путь. Это, ну, мой третий год участия в соревнованиях. Но в первую очередь я считаю, что это командная такая заслуга. Это работа технической службы, это ребята-инженеры, которые работали с машиной. Потому что все предыдущие наши, ну, скажем так, старания, да, они были, ну, некоторым образом ошибочные, потому что мы не дорабатывали где-то машину. Но сейчас инженеры подработали над ней просто идеально. Мы проехали без ни единой поломки. А наверное, первая, вторая заслуга – это заслуга навигатора. Навигатор, который сидел с правой стороны от меня, это Роман Елагин, который организовывал для меня полностью весь маршрут. Не ошибся практически. Я бы сказал, что он не ошибся. Очень классные ощущения, ребята. Вот. Да, пожалуйста. Не догонишь! Я, говорит, еду уже вторую эту сушку, ну, второй Кирилл, спецучасток, говорит, я его знаю. Попроще надо есть, да? Да ну, давай что-то немножко-то. Заряд бодрости. Стандарту помогает. Не все, теперь тебя. Друзья, тебя, не словечко от тебя. Я поверю я твоим признанием.